Первый раз такую шкатулку с существами, которая открывается, и туда кладется что-то. Я купил в 2006 году на ВВЦ, ВДНХ, у китайцев. У них есть там павильон за атомной энергией, двухэтажный. И там на первом этаже я купил эту шкатулку. Вторую такую шкатулку я купил в этом году. В этом году, в начале осени, я ее купил метро Семеновская, рядом с метро Семеновской. Потом я купил вот этого жирафа. Под Лубянской площадью, в подземном переходе. И я его купил в один день с белым медведем, купленным на Кузнецком мосту в доме художника там на ярмарке. Стоящий белый медведь, который я подарил на Новый год Макаревичу Елагину. И уже вот эти вот две фигурки, две шкатулки белого медведя стоячего и жирафа я покупал уже с определенной целью, чтобы положить в них внутрь карты памяти микро-CD. Вот она тут лежит, эта карта памяти. На нее я записал всю документацию КД, все тома КД, весь сайт Летова, «Московский концептуализм» вместе с материалами КД, фотографии, тексты и так далее. Все издания, связанные с КД, в PDF. И свои книги тоже. «Поэтический мир», «Поэтический сборник», «Эстетические исследования» и так далее. Это крошечная карта. Она весит меньше грамма. И размер ее совсем крошечный. Меньше ногтя. Ноготь маленький. И вот это вот удивительно, что такой огромный объем информации помещается в такой крошечной вещичке. Есть карты памяти, здесь 2 гигабайта, это микро-CD. А есть 32 гигабайта и, по-моему, даже 64, на которые могут поместиться абсолютно все произведения не только русской литературы, но и мировой. Если это, конечно, просто в каком-нибудь ФБ-2 формате, или ТХТ, или РТФ. И потом я купил еще накануне Нового года еще вот последнюю такую, тоже медведя сидячего. Белого медведя. Тоже для той же цели, чтобы кому-то, может быть, подарить, вставив туда, внутрь положив туда вот эту вот карту памяти микро
сиди. Тут, конечно, открывается такой дискурс странный. Темы. Крошечный носитель, масса и огромное поле информации. Потому что ведь когда мы знакомимся там с акциями КД на сайте Летова, например, смотрим фотографии, слушаем фонограммы, читаем описательные тексты, рассказы участников, мы ведь тоже погружаемся в какую-то степень событийности. Пусть это, конечно, не полнота событийности, но какие-то там 10% атмосферы событийности мы можем уловить по документации. И вот на этих носителях крошечных она умещается. Это событийность. То есть мы можем вынуть отсюда карту, вставить ее в адаптер, и в компьютер и открыть материалы, документы, которые нас могут погрузить в эти 10% событийности от реального действия. А вот среда, в которой погружена эта информация документальная, она тоже носит такой знаковый, странный характер в виде вот этих вот животных, шкатулок. Это как бы такие уже кусочки Алая Виджняны. Это хранители, носители-хранители. Всей этой информации. Носители-хранители информации. Вот странный жираф. Он сделан хуже всех других фигурок в пластическом смысле. Но он из них самый, конечно, странный и как бы какой-то дальний образ из всех этих шкатулок.